вам вопросы, а вы отвечаете хором, да или нет. Понятна игра? Да. Молодцы. Итак, начнем. Растет капуста в огороде? Да. Краснеет помидор всегда? Да. А лук на грядке зеленеет? Да. Картошка в огороде зреет? Да. И на траве, как на подушке, растет зеленая лягушка? Нет. Молодцы. Есть в огороде перец сладкий? Да. И кабачок растет на грядке? Да. Морковка выстроилась в ряд? Да. Растут укроп, фасоль, горох? Да. Растет на грядках шоколад? Нет. Растет большой и злой бульдог? Да. Да? Нет. Молодцы, ребята. Крепко. Любимое лакомство многих детей. Все мы знаем с вами русскую сказку «Репка».